кажется, многие люди просто узнают, где меня искали. Узнать по этой штуке. По таком развалинах. Солнце тут хорошенько шпарит, но мне не нравятся эти очки, как они смотрятся, но надо купить другие, но кому-то шли куда-то сходить. Вот. У меня какое-то такое вялое состояние, утром я была такая бодрая, я все делала, так хотелось. А сейчас я просто хочу такого спокойствия, полежать, отдохнуть. Вот. Еще мне надо пересять часть видео, потому что фокус теряется. Но мне так лень это сделать, на самом деле. Может, сейчас сделаю это в Аскане, найду какую-то локацию, просто сниму это видео. Начало, точнее, видео. Это надо пристать и сделать. Когда еще без Саши скучно, на самом деле, я хочу, чтобы он наконец-то приехал. Но так получается, что это будет так, не совсем скоро. Так что я иду в парк, просто хочу в прохладной воде. Море, я поеду чуть позже, надеюсь, пока буду в прохладной воде. Сейчас я наглядно покажу, почему мой дракончик, который я купила вчера в магазине, очень удобный. Я вам реально говорю, это нереально удобное изобретение. О боже, ты можешь в маске еще сложно дышать. Ну, короче, это нереально крутое изобретение, потом сейчас покажу почему. Где-то маска, чтобы не морать маску грязными руками, как бы не грязнить ее. И я сейчас просто обработаю антисептиком и сниму ее. И это очень удобно, потому что ты просто не ищешь сумки, этот антисептик полчаса. Когда мы были здесь с Сашей, я особо ничего не показывала. Но в этот раз я покажу вам такой красивый парк, это все такое. Вы видели только, наверное, степь открытую. Почему-то я чуть не упала, и поэтому так получилось. А сейчас я покажу вам просто обычный парк, который уже, слава богу, открыт. Когда мы приехали, он был закрыт, там спустя какое-то время его только открыли. Ну, для такого нормального посещения. Там было применять меры температуры и тому подобное. Ох, что-то я туплю, я затих уже какой-то денек. Это один из входов в парк. Так он выглядит. Там вот как бы какое-то там главное здание в селе, сельский совет, наверное, как так он называется. Вот такая вот штучка. Такие вот, как проход такой вот, по два с две стороны, дезинфектор. Не знаю, действует или нет, мне кажется, кучу дерева прошло, и он уже не действует. Ну, дезинфектор, мусорка, мусорки, люди и деревья, кстати. Здесь уже легче, здесь уже прохладнее, я хочу найти какую-то холодную воду. Я хочу окунуть ноги в холодную воду, столько это бывает. Короче, такая красота, красота. Я буду идти, я не знаю куда, потом просто покажу. Конечно, пересвет, но, блин, вода ледяная. О, такая ледяная, что пипец. Что могу сказать, вода реально очень холодная. Прям очень-очень холодная. Это была не очень хорошая идея. Знаете, такой пунктик в вашей коммуналке, как водоведведение. Киев, учись, бесплатное водоведведение, вообще кайф. Что могу вам сказать, после такой холоднючей воды, и улица просто жарение ног. Здесь там все ничего не приморозило. В общем, я иду дальше. Я иду к озеру. В парке есть озеро, как есть озеро в зоопарке. Оно небольшое, там будет столько рыбки и мол. И все. Вроде все. Там вроде какая-то была какая-то беседка. Но сейчас ее нет. Сейчас там просто озеро, и там такой маленький островочек посередине. Там обычно какие-то птички, которые нечаянно залетают в... Извиняюсь. Нечаянно залетают в Сканию. Там ночуют. Так что такое себе местечко. Видно, что села мороженое. Блин, ну вода реально холоднючая. Сейчас иду до места, где куча деревьев. Они типа как так рядышком так, ну, посажены, что не сразу поймешь, сколько их. Вот. Некоторые говорят правильно сразу, некоторые неправильно, некоторые вообще запутываются конкретно. Но это такое место. Прикольное, кстати, место. У меня очки. И я вот думаю, где бы снять то видео, которое хочу. Я бы что, переть телефон. Кроме как сумки, у меня больше ничего нет. А камера оказалась плохим вариантом, на самом деле, потому что она теряет фокус. Как бы мне говорят, что это не сильно заметно, но мне это заметно, мне это режет глаза. Если, конечно, они будут не в заднице, не переснимут, я, наверное, такие выложу, потому что там такой не сильно важный момент, то есть там первые несколько секунд, но оно теряет фокус. Так что я буду искать или другую камеру, и лучше снимать на телефон. Айфон с таких фокус не теряет, как бы его бы не шатали. Это реально классно. Я подошла к этим деревьям, сейчас покажу эти деревья.
Знаменитейшие деревья в Аскании. Там, кстати, все будет поворот налево и туда сразу на озеро. Столок, давайте, как хотите. Вот это эти деревья. Все приближен. Вопрос на сыпку. Сколько их здесь? Там дети смеются. Сколько здесь деревьев? Просто ответьте. Сколько вы думаете? Ответ найдите в Википедии. Дальше идут дети. Где-то они идут. Слышу голоса детей. И я почти поворачиваю к озеру. Походу, это будет отличный отдельный блог. Просто про то, как... Что есть в Аскании? В Аскании есть степь, которую можно посмотреть влогами ниже. И есть вот парк. Парк реально очень классное место. Здесь прохладно, что летом, что так спокойно и так сильно ветрено зимой, осенью. И это очень классно. Деревья — это очень классное место. Это, кстати, тут нетронутая трава. Ее, по-моему, нельзя там, типа, топтать и так далее. Но я в этом не уверена, потому что когда-то не по ней гуляли, поэтому... Такое. И я поворачиваю к озеру. И чуть дальше пройти будет просто озеро. Деревья. Прикольно бы такой сад иметь где-то возле своего дома. Где жить там? Тени. Мне бы идеально лес и море. Чтобы погодить двум членам семьи хотя бы сразу. И опять прекрасная ледяная вода. А мы идем дальше. Тут какую-то палку купить, чтобы не шатать телефон. Что-то себе, если это было бы без стабилизации айфона, это было все капец. И еще ледяная водичка. А мы идем дальше. О, интересно, за авторские права на птичек, на спех птичек что-то будет. Ну, мало ли. Так. Поворот. А мы идем прямо. Прямо, 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 прямо. Я параллельно смотрю, где можно снять начало этого видео. Так, там идем. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. Потерпите того, что оно все шатается. Мы почти дошли, его даже уже видно. Озеро, озеро, озеро. Ставок. На русском будет столк. Ну, короче, по-моему, это украинское слово. Но я могу ошибаться. И мы почти не дошли. Что еще? Штука тут взялась. Типа как пещерка. Какая-то видео вся. Ну, не снимать, просто покажу. Пока где нет, я покажу вам, как выглядит рот. Когда мы были малые с моей сестрой, мы сюда залазили. Как бы это запрещено делать. Вот. Тут ступеньки. Здесь как бы пещерка. Вот. И вот грот. Конечно, пройти нельзя, оно сюда залазит. И люди как-то чихают. Попугают сейчас. И вот такое вот озеро с другой стороны. Я уже возвращаюсь оттуда, откуда пришла. Ну и там люди. Не будем снимать людей. Тебя тоже здесь снимаем. Ну, что поделать, здесь сейчас много. Парки. Кстати, сняла некоторые части, но они такие чуть со светом странные. Ну, что поделаешь? Или фокус гуляющий, или свет? Надо покупать какую-то прикольную, классную камеру. Красивенько. Очень красивенько. И опять замороженным, только теперь не для себя, а для мамы с бабушкой. Поворачиваем. И идем. Прямо, потом направо. И я выйду опять туда, откуда пришла. Красивенько, однако. Почему очень красивенько? Это дерево, кстати, можно проверить. Просто гляньте, сколько здесь муравьев. Это побольше, чем в ваших мегаполисах. Жесть. Это чтобы на все дерево так.
какие они быстрые. Там не черепахи. И я снова иду там, где жарко. Кстати, в парке было очень классно, там не так жарко, там так прохладненько. Вообще очень круто. Вообще, в парке это очень важная вещь в городах. Мне кажется, мне камера что-то такая с таким вот... Ну, очень грязненькая, надо притереть ее. Вот. Так что я вообще за парки, за набережные, вообще такие, такие штуки, где можно реально прогуляться. Когда в городе, в селе негде прогуляться, это, конечно, страшненько. Вот. Богу, у меня в Киеве, у меня есть набережная, в Херсоне, вот для меня что-то такое есть. Вот в Херсоне, это как бы такой себе вопрос, потому что у меня нету парка в Херсоне. Нет, точнее, парка в Херсоне. А вот в Киеве есть набережная, там есть небольшой такой парк, то есть можно прогуляться, походить, там пикник сделать, это очень круто. Вообще, на самом деле, природа — это очень крутая штука, и... В городах должна быть природа, хотя бы чуть-чуть. Вместо этих всех высоток должна быть природа. Моря, реки, океаны. Все-таки это так классно. Не так хочется к морю. Хотя бы на недельку. Мне нужна перезагрузка после всего. Для кого что ли, мне перезагрузка это моря. Так что я в мечтах уже тогда возле моря. Посмотрим, как это получится. Здесь хотя бы с Настей поеду к морю. Потому что больше семьи у меня так, ну, мама не может. Саша вообще не фанатик моря, это можно понять. И остается только Настя. Настя, какие-то подруги, с которыми можно поехать. Но Настя — это тот человек, который вот реально за любой движ. И это очень круто. Вот здесь такие друзья. Если есть, то берегите их, как не знаю кого. Кузнецок. Вот. Ну что ж, у меня есть мороженое. Пепси. И я иду уже к бабушке и маме заряжать свой телефон. Да, так я просто бы не пошла, так как телефон надо. Хочу взять фоточки еще в посолнух. И такой пересвет. Почему бы нет, солнышко? Ой, короче, нормально не снимать видео. Думаю, я, может, сниму его еще в доме. Надеюсь. Все, зря красилась, зря красилась. Надо что-то рубить, надо что-то рубить, надо смонтировать. Я еще кучу всего смонтировать, не столько всяких видео, я до сих пор их не смонтировала. Только телефону память забиваю и не вылаживаю. Да. Дин-дин-дин, солнышко. О, там козочки. Там есть козочки. Сегодня не видно коз. Потому что когда мы ставили вот эти солнечные батареи, там был парень, который никогда не видел пчел. Никогда такого не видела. Оказывается, такие люди есть. Ну, хотя я тоже, но вообще не видела сельского. Ну, это такое, это такое.